каждый выписанный пациент – это победа врачей над коронавирусом. Медикам сейчас приходится крайне сложно. И те, кто был там, в красной зоне, хорошо об этом знают. Еще одна жительница Нового Уренгоя, переболевшая коронавирусом, рассказала свою историю болезни и лечения. С благодарной пациенткой общалась Юлия Шаркова. Судьба познакомила этих трех женщин в больнице. В инфекционный госпиталь на базе ПНД они попали примерно в одно время и с одинаковым диагнозом – двусторонняя пневмония, вызванная новым типом коронавируса. И незнакомые ранее люди сначала подружились, а затем объединились в одном порыве – сказать спасибо медикам, вернувшим им здоровье. Истории двух героинь мы уже рассказывали, но Сурию Утакаеву тоже переполняют чувство благодарности. Такой вот работоспособный, вот такой вот коллектив искренний, трудолюбивый. Я прям восторгалась, потому что они в этих своих костюмах, они работали вот бегом, в буквальном смысле работали бегом. Это санитары, это медсестры, это медбратья, это врачи. Сейчас Сурия Утакаева улыбается, но начало болезни застало ее врасплох. Первые признаки недомогания женщина почувствовала в свой день рождения, 20 июня. Их она списала на простуду, но на следующий день состояние усугубилось, пришлось вызвать врача. Она сразу увидела воспаление легких двухстороннее. Я начала дома лечиться, вот неделю лечения тоже, и состояние ухудшалось. На ногах уже не стояла, было очень плохо. Температура уже была, конечно, повыше, чем 37,5. Вот. И а врач, даже не делая рентген, поняла, что уже врач, да, Шабанова, она сразу сказала, что у меня двухстороннее воспаление легких. И назначение сделала, соответственно. Порой врачебный опыт и знания оказываются точнее, чем высокотехнологичные аппараты. Рентген легких показал чистый снимок, без воспаления. Но врач была уверена, что у меня двухстороннее воспаление легких. Вот, и лечение я продолжила, а она мне предложила госпитализацию. Я туда пришла, вот, мне предложили через сутки сделать еще один снимок. Я была даже против, но с врачами не спорят. Я сделала еще один снимок, вот на этом снимке через сутки уже снимок этот показывал. Сейчас Сурия Утакаева чувствует себя хорошо. Почти три недели интенсивной терапии дали результат. Правда, пока женщину не выписали с больничного, она долечивается дома. Вспоминает, что, попав в больницу, сильно переживала из-за своей аллергии на некоторые лекарства. Доктор Филатов спросил у меня, есть ли у меня аллергия. У меня есть аллергия на антибиотики. Я очень волновалась, но настолько четко, правильно они приняли, сделали назначение, что я ничего не испытала. То, что я до этого испытывала от антибиотиков. Никакой аллергии не было? Ничего не было. После выписки дома женщину встретили дети и внуки. Все это время они сильно переживали за нее. Но теперь, когда все самое страшное позади, Сурия Утакаева все свое время проводит с ними. Юлия Шаркова, Владислав Еремин, служба новостей «Импульс».